Распакуем посылочку. Очередная. Прям кучно пошли. Всегда распаковываю на видео. Не всегда выкладываю. Просто распаковываю всегда на видео. Ну, в формате входящей информации. Для того, чтобы, если что... Опять к нас Custom Knife Factory, это частый гость, косяки с завода у них случаются, как показывает практика, не так уж и редко. Итак, помню я про этот нож, ну и отправителя, естественно, помню. Значит, все хорошо, но достаточно мощный детент, крутой флип, очень хорошо флипует, но залипает замок слегка. Я бы не сказал, что как-то он кардинально залипает, но да, залипание есть, и, естественно, оно неприятно. Вот. Флипует идеально, ход очень хороший, вообще без люфта. Клинок, ну, может быть, капелюшечку не по центру сдвинут чуть-чуть в сторону клипсы. Но это незначительно, буквально нам на полмиллиметра, на треть миллиметра. Осмотрим нож. Так, что здесь любопытного? Ну, во-первых, это интеграл. Вот, поэтому здесь достаточно проблематичен любой ремонт. Но у меня уже так подобный опыт есть, все будет нормально. Вот, во-вторых, я вижу на... замке какие-то следы. Вот на пяте клинка вместе контакта с фреймом какие-то следы. То ли износа, то ли смазки. Посмотрим. Теперь, что касается состояния ножа. Нож, в общем-то, в идеальном состоянии. Абсолютно новый. Абсолютно новый. Вот здесь вот я на рукояти вижу только соринки, не более того. Каких-то царапин, коцок или что... нет. Вот здесь вот есть легкая царапинка по вот этой вставке цветной, анодированной. Слегка стерта клипса в этом месте. Вот здесь царапинка на клипсе. Здесь, кстати, идет вот такая царапина на клипсе. Ну и в принципе, да, еще здесь какой-то непонятный след на рукояти и легкая царапка. И в принципе... ну и в принципе все. Сатин под разными углами я смотрю вроде без косяков. Угу. Ну и РК в принципе заводская. На кончике, по-моему, уже что-то имеется. У нас небольшое какое-то, да, затупление есть на кончике. Но на этом все. Вот. Такой внимательный, тщательный осмотр дорогих ножей нужен для того, чтобы, ну, в принципе, не было каких-либо проблем и конфликтных ситуаций в будущем. Это защищает и исполнителя, и заказчика. Ну, собственно, вот так. Все осмотрено. Надо начинать работать, исправлять это залипание. Залипание, конечно, крайне неприятное. Будет что-то интересное, снова отсниму, ну и результат, скорее всего, сниму.